Меморандум о сотрудничестве, направленный на снижение уровня негативного воздействия производственной деятельности и на окружающую среду, подписали в Актобе. Теперь одному из крупных предприятий региона предстоит воплотить в жизнь масштабные проекты стоимостью 85 миллиардов тенге. Согласно подписанному документу между руководством Актюбинской области и АО ТНК «Казхром», задачи, поставленные перед компанией, будут решаться поэтапно до 2027 года. Одна из первостепенных – модернизация газоочистных сооружений цехов номер 1 и 2. А для полной утилизации ферросплавного газа плавильного цеха номер 4 будет построена специальная станция, которая также позволит производить электроэнергию для внутренних нужд предприятия. Отдельным пунктом мы заложили туда. Впервые крупнейшая компания Казахстана идет на полную переработку добываемой руды. Раньше, если мы ввозили в качестве концентрата, вот сегодня мы договорились это довести до минимума и перерабатывать Казахстан. Это рост экономики нашей страны, это дополнительные рабочие места. Также для улучшения экологической обстановки в регионе до 2025 года компания обязуется озеленить санитарно-защитную зону и высадить не менее 100 тысяч саженцев. Именно с Актюбинской области у нас началась и реализация нашей стратегии декарбонизации производства. Мы начали реализацию проекта по строительству ВИА на 155 мегаватт. Именно с Актюбинской области у нас началась и стратегия по переработке наших отходов. Вот эти все проекты в целом показывают, что экологизация производства для компании группы ЕРЖ является основой ведения бизнеса и в рамках нашей социальной ответственности бизнеса перед нашими регионами. Общая стоимость запланированных проектов – 85 миллиардов тенге. Айсул Махмутова, Булат Молдагалиев, Актобе, Хабар.